Всем привет, дорогие друзья. Записываю четвертый раз или пятый, уже сбился со счета это видео. Хочу вам сегодня рассказать. Это не кликбейт. Я надеюсь, в кликбейте я сделаю красиво там 1400 ключей или 1700 даже ключей за ночь. В общем, это видео для тех, кто хочет фармить ключи просто, ничего не делая, особенно для ребят, кто не донатит. Итак, первое, что вам потребуется, это Twink аккаунт, то есть второй аккаунт. Да, так как мы будем играть в своей игре. Вот. У меня как бы есть второй Twink, второй аккаунт на супругином телефоне. Когда мне что-то нужно, какие-то задания выполнить, я ставлю свою игру и выполняю. Другой важный момент, это приложение автокликер. Ссылочка будет в описании. Ну и третье, это желательно премиум. Премиум, так как удваиваются ключи в своей игре, там за любой исход всегда дают 10 ключей. В своей игре у вас будет 20 ключей. То есть, по сути, это если как на обычном, когда вы на обычном, в обычном режиме играете, за первое место там, по-моему, 22 ключа, ключей дают. Мне все плохо с падежами. Я это говорил неоднократно. Ну что, поехали. В общем, скачиваем это приложение, автокликер. Я не вдавался в подробности, не читал инструкцию, так визуально, интуитивно понял, что здесь нужно. Вообще то она меня не загружает. Все загрузилось. Вот нажимаем включить. Я ничего здесь не менял. Вот такая высвечивается панель управления. Вот. Ее можно свернуть, можно переместить. Заходим снова в игру. Создаем свою игру. Я сейчас позову супругу, это ее аккаунт, ставим своя игра. Но самое первое, что нужно сделать, это, конечно же, поставить кнопку, нет, я использовал только Touch, это вот красненькая. Я не использовал синий стрелочкой. Это как вращение. Я только вот прикосновение, красная точка. Вот. Это, конечно же, первое будет начать бой, соответственно, да? Вот. Нажимаем. Первая позиция, это, конечно же, обязательно. Второй момент. В своей игре, какой бы ни был результат, он всегда засчитывается в статистику. Проигрыш, поражение идет в статистику. Если вам нужно поднять свой процент побед, да, то вы ставите еще одну точку. Это на киллстрик. Сразу скажу, у меня управление стоковое. Я под себя не кастомизировал. Мне так удобно, потому что я часто играю со своего другого аккаунта, Твинка. И каждый раз подстраиваться мне неудобно. Вот изначально, которые есть, базовые в настройках управления, вот у меня и стоит. У вас может быть по-другому, поэтому вы можете там менять, как вам удобно, как вам угодно. Поэтому я ставлю еще третью точку, потому что бой закончится, соответственно, высветится рамка. И нужно нажать продолжить. Она как раз находится, где смена оружия. Вот здесь она находится. И четвертое. Бывает такое, что во время боя, в начале боя, высвечивается покупка либо гранат, либо аптечек. Наверняка вы замечали такое. Ну и соответственно бывает, когда после смерти на респауне тоже высвечивается
ставим четвертый крестик. Он где-то здесь. Вот так вот. Вот. То есть все. Все четыре основные точки, которые нам необходимы, они проставлены. Как у вас там с управлением, я не знаю, но вы подстраиваете уже под себя. Я подстраиваю на базовых настройках управления. Все, после этого нажимаем Play. Вот это вот синяя стрелочка. Будет активироваться Killstreak. Вот, в данном случае у меня три раза активируется. Каждый Killstreak это 10 плюс 10 очков. То есть мы сейчас вот посмотрим. Сейчас на паузу поставлю. Ну, не показывает, его потом показывает. Это плюс 10 очков. То есть у вас будет гарантированная победа. И опять же, если это вам нужно. Если вам не нужно, вы можете насчет двойки не париться. Просто не ставить эту точку. Вот, пожалуйста. Подождем окончания боя. Так, концовка боя. За киллстрик я ошибся, не 10 очков, дает, а 5 очков. Это все равно неплохо, то есть победа, да? Мы стояли на одном месте на респе, и в статистику у нас идет победа. Нажимаем play. Вот, пожалуйста. И нас снова закидывают в бой. Вот мне контракт выполнился еще к тому же. Видите? Победа, 10 побед. У меня сейчас засчитается 10 побед. При этом я абсолютно ничего не делаю. Оставляю телефон на ночь. А с утра трачу ключи. Вот, смотрите, видите? Сейчас четверку переместим так, чтобы она закрывала. Вот, видите? Вот, четверка будет вот так. Всем всего доброго. Желаю вам хороших битв. Удачного фарма ключей. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Всего доброго. До встречи.